Против правостойщиков Дмитрий Дрожжин сосредотачивается на том, чтобы вывести Уки из его правосторонней стойки. Но когда против него соперник левостойщик, то может атаковать без больших поправок. Его любимый прием в этой ситуации – бросок через спину с колен в левую сторону. Дрожжин выполняет этот прием лишь в том случае, когда он чувствует, что доминирует в захвате, контролирует дистанцию. Если же он понимает, что работает вторым номером, то он выполняет работу ногами. Дрожжин всегда выполняет свой бросок через спину, когда он работает первым номером. Очень редко он проводит прямую атаку без предварительной подготовки. Он всегда ждет реакцию своего соперника, провоцируя его, заставляя изменить скорость движения, играя с отворотом и рукавом дзюдоги или используя подготовку ногами. В этой серии видео Дрожжин расскажет вам секреты, которые сделали его бросок через спину таким успешным в соревнованиях. Вы сможете добавить эту грозную атаку в свой арсенал приемов. Он также расскажет, как он работает с правой рукой соперника, чтобы выполнить свой бросок через спину в левую сторону, включая все важные установки. Научитесь выполнять одну технику в нескольких соревновательных сценариях. Все это и еще больше на Superstar Judo.